Привет, друзья! Сегодня у нас опять выходной, погодка отличная, настроение отличное. Сегодня опять решил сделать шашлычок, пока нам позволяет погодка. Хочу показать еще вам один рецепт шашлыка, пробовал уже, очень классный. Значит, что нам для этого понадобится? 2 килограмма замечательный кусочек шейки, также корейку на кости, около 2 килограмм взял. Ну и, собственно, в чем мы ее будем мариновать? Традиционно это будет много лука, черный молотый перец, молотый кориандр, зира, немножко копченой паприки, смесь перцев, соличка. Но в чем будет отличие этого маринада? Он будет мариноваться с ржаным хлебом и с пивом. Вот. Для начала нам нужно будет порезать мясо. Все делаем как обычно. Нарезаем небольшими кусочками. Шеи мы закончили, теперь нарежем корейку. Ну, как обычно, тоже по одному ребрышку. Корейка — это мясо для любителей более нежирного, более постного мяса. Но тоже, если правильно его приготовить, получается очень сочно и очень вкусно. Так, все, с мясом мы закончили. Что-то тут обрезалось, надо его сразу отделить. Так, теперь будем добавлять приправы. Черный молотый перец. Ну, я делаю все на глаз. Кто как любит по остроте, примерно чайная ложка. Молотый кориандр. Зира. Давайте копченую паприку. Копченой паприки у меня тут чуть больше чайной ложки. Высыпаю ее всю. Зиру, как обычно, нужно растереть, чтобы открылся ее аромат. Также сразу отправляем растительное масло, чтобы специи у нас раскрылись. Примерно грамм 50. Ну и все это дело хорошо перемешиваем. Так, отлично. Теперь будем нарезать лук. Лук режем полукольцом, потоньше. Все, лучок уже сок нам дал. Ну и теперь мы его отправляем в мясо. Ну и теперь будем нарезать ржаной хлеб. Хлеба у меня полбуханки. Вот такими кусками нарезаем и отправляем к мясу. И корочку можно помельче нарезать. Ну и теперь все заливаем пивом. Пиво нефильтрованное у нас 1 литр. Итак, опять же, за счет того, что пиво у нас газированное, мясо у нас промаринуется быстро. Поэтому, я думаю, часа 4 будет достаточно. Через 4 часа встретимся у мангала. Итак, друзья, 4 часа у нас прошло, угли готовы. Слегка побелели, жар спал. Начнем жарить. Ну и какой же шашлычок без гарнира? Конечно, картошечка. Конечно, грибочки. И начинаем жарить. Легкая работа быть кулинаром, но зато какой результат. Спина болит, а сердце плачет, а шашлычок у нас дымит. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Так, грибочки уже почти готовы наши. Друзья, ну как вам такая картина?
Я думаю, что очень аппетитно выглядит. Мяско маринованное в пиве и в хлебе. На гарнир грибочки. Замечательная картошечка. Ну, теперь мой любимый момент. Сейчас будем дегустировать. Так, так, так. Выбираем самый вкусный кусочек. Друзья, тут без слов. Мясо просто тает во рту. Все прожарилось, все обалденно вкусно. Аромат хлеба, хмельной этот аромат от пива. Все просто замечательно. Обязательно повторяйте такой рецепт. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!